Всем привет, Blender 2.91, и хотелось бы в этом ролике рассмотреть аддон Retopa Flow. Давайте посмотрим, как он выглядит и как он вообще работает. Так, вопрос все еще стоит, или ретопологию делать мустангу, или просто сделать сглаживание, или какую-нибудь фишку на него добавить, чтобы сэкономить время. Итак, Retopa Flow, нажимаем. Так. Предварительно мы его скачиваем, потом заходим в Edit, находим преференции и аддоны, как обычно, уже неоднократно я показывал. Нажимаем Install, находим, где находится этот аддон, и все это дело устанавливаем. Потом ставим галочку и работаем с этим аддоном. Так, Retopa Flow нажимаем, здесь высвечивается вот такая вот окошко, и жмем Create New Target. Вот это. Ну, опять же, ждем, не без этого. У кого побыстрее, ноут или компьютер, тот раньше увидит радость, да? Retopa Flow 3. Вот это все дело можно скачать. Здесь вот есть такая вот информация, как что работает. Все на английском. Жмем Table of Contents. Вот так вот. И теперь читаем, что тут написано, и жмем Close. Вот теперь это дело все закроется. Здесь у нас есть инструменты, которые помогут нам сделать ретопологию. Так, находим автомобиль. Смотрим, что-то он не включен. Значит, жмем Exit. Находим теперь Object Mode. Находим автомобиль и жмем Retopa Flow и опять Create New Target. Жмем, ждем. Повторяется все по новой. Вот здесь можно поставить, чтобы, ну, типа, больше это окошко не высвечивалось. Ну, вот убралось. Три раза пробовал нажать. Опять же, проблемы, наверное, с мышкой. Так. Погнали рассматривать. Первое у нас Contours. Блин, вот название. Что делаем? Через Shift. Через Ctrl. Зажимаем и проводим такую паузу левой кнопкой мыши. Следом. Это многовато. Ctrl-Z. Смотрим, работает. Все нормально. Так, это вот так. На полную длину ставится. Вот такая штука. Так, жмем теперь опять же рядом полосу. Close. Закрываем вот это окошко. И вы видите, что у нас полигоны соединились, ну, так, в кость. Что можно сделать? Можно Tweak включить. И вот эти полигоны просто поправить, поставить туда, куда надо. Ну, где-то вот таким вот образом. Происходит здесь вот такая непонятная что-то штука. Ну, в принципе, система работает. Теперь можно релаксом поправить эти полигоны в каком плане, чтобы они смотрели друг на друга, я так понял, ну, поближе к друг другу стали. Вот вы нажимаете на вершину, и здесь у вас все как-то компонуется, вот, выравнивается вроде как. Так, ладно, смотрим дальше. Это все мы можем, наверное, отменить. Ctrl-Z, да, все отменяется. Эта система работает так. Вот так это все долго, туговато работает у меня пока. Смотрим дальше. Так, это все долой. У нас есть вот поле Strips. Мы его включаем и опять же через Ctrl можем вводить вот такие фигурные полигоны. Вот, раз, и полигон сделан. Теперь что делаем? Выбираем вот эти точки. Вот, допустим, одну точку. Так вот, полигоны можно выбрать. Все сбилось. Выбираем все. Alt. Английская А. И вот мы можем теперь эти полигоны как-то корректировать.
вот таким вот образом, вот таким и так далее. Следом, что у нас есть? Строк. Давайте посмотрим, как он работает. Через Ctrl он также рисует, но с ним происходит что-то непонятное. Давайте попробуем PolyPen и добавим к этим полигонам, вот допустим, вот к этим, еще полигоны. Через Ctrl опять же. Так. Жмем на точки, на вершины. И можно вот все это дело нормально рисовать. Ну, в принципе, как и в 3D код и в майке. Так, дальше. Pitches. Давайте посмотрим, что тут за Pitches. Выбираем ребра. Так, через Ctrl, да? Через Ctrl не работает. Тут тоже через Shift не работает. Через G мы можем двигать. R можем крутить. E. Экстрадирование не получается. Так, ладно. Patch Ctrl плюс Alt плюс F. Ctrl, Alt, F. События у меня пока никакие не происходят. Ничего у меня не происходит. Как она работает, в принципе, не пойму. Так, что тут еще? Подсказки. Ctrl, Alt, F. Топология. Холост. Так. Правая кнопка не работает. Колесико не работает. Левая кнопка не работает. Замкнутый круг. Так, ладно. Попробуем строк. Что он делает через Ctrl? Мы рисуем от ребра полигоны. Так, Ctrl-Z. Вот теперь от этих ребер Ctrl зажигаем, зажимаем и вот так ведем в бок. Смотрим, что происходит. Ничего не происходит. Поэтому нужно выбрать сначала вершину, ребро. И теперь через Ctrl. Щелчок левой кнопкой мыши. Вот так вот все это дело рисовать. Так, выбираем так, как у нас соединяются они. Английская M не работает. Если мы попробуем взять твик и соединить, они вот просто ходят вместе, да? PolyPen. Через Shift выбираем. И что-то у нас тут происходит, но непонятно. Так, а если Ctrl-Z? Три вершины через Shift и F нажимаем. Или Shift-F. Или Ctrl-F. Не работает. Так. Вот. Просто берем вершины и у нас происходит слипание. Так. Вот можем PolyPen просто двигать какую-то вершину. Так, разобрались. Ну и в принципе ничего тут такого нет, да? Опять же PolyPen. Выбираем вершину. Щелчок. Вершина. Так, она еще и дублируется. Опа-на. А, не, это уже здесь была такая. Так, это мы ведем на эту вершину. Она делает слипание. В принципе, прикольная штука. Лучше, чем было раньше.
Вот такая штукенция. Все вот таким образом тут работает. Теперь нужно посмотреть, как это все дело сохраняется. Да? Exit нажимаем. У нас попадаем в Edit Mode. Находим Object Mode. Так, Ctrl-I. Delete все. И у нас получается вот такая вот ретопология именно корпуса. Вот что-то в таком духе. Ну, такая информация. Вот Mirror стоит, Displacement. Все это дело еще можно поднастроить. Поставить, допустим, Mirror. Так, по Y. По Z. И так далее. Привязаться именно к машине. Ну, ничего так. Прикольный аддон. Все простенько работает. Разобраться можно даже на нерусской информации, просто посмотрев принцип, что куда ведет человек, нажимает. Все, всем пока, до свидания.